Jesse, are you out of your mind? Do not update the laptop. Windows 8 fucking sucks. But Mr. White, it won't let me turn it off without updating. Then leave it on, Jesse, forever. Okay, fine, Mr. White. I guess I'll just click restart. Jesse, no! Смог. Выполнил это испытание ценой своей руки, которая чуть не умерла. Она еще живая. Все нормально. Так вот, я выполнил это испытание и передаю эстафету одному человеку с канала Мистер Гост Вульф. Мопсу передаю. И Юджин Сагас. Все. Отправляйте им это видео, чтобы они знали то, что они должны принять это испытание. Че, дурак, что ли, делать мне больше нечего? И всем хай, с вами Гост Вульф, и сегодня я принимаю челлендж от Бонни Крафта. Это игра. Я попытаюсь прочесть это. The one who pulls on the sword will be crowned king. Типа, тот, кто вытащит меч, будет коронован. В общем-то, игра состоит в том, то, что надо просто вытащить меч из камня. Да, это все. Начнем играть в нее, собственно. Подожди, а та ли у меня версия вообще? Я, конечно, не уверен. Ага. Вот в чем вся загвоздка. Что ж, мы постараемся сделать это, но я понял, в чем проблема. Так, сейчас получше возьмемся, получше возьмемся. Так, нет, надо. Так, я сейчас все сделаю, без паники. Я не сдамся так просто. Надо схватиться за гарду, потому что это самая широкая часть меча. И у меня больше шансов удержать меч, собственно говоря. Я поворачиваю, да? Отлично. И... упс. Надо перехватиться. И... блять, окей. Не, ну окей, это хотя бы быстро. Но я не понимаю, это я специально, это я так мышкой делаю случайно, или оно меня заставляет игра так делать. Сука, черт побери, блядь. Вот что я тороплюсь? Не надо торопиться, торопиться не надо. Торопиться вредно. Но я взял довольно удачную точку, поэтому я буду ее использовать. Не торопимся. Все у нас прекрасно, торопиться некуда. Меч мы вытащим. Это же все-таки меч короля Артура. Я надеюсь, он будет таким, каким должен быть. Так, третий заход пошел. Мышки. Так, сейчас будет четвертый. Аккуратненький заход. И... подожди. По-моему, я его уже вытащил. Или нет? Ну, что мне сказать? А чё смешного-то, эй? Я же сделаю. Ну что, не надо смеяться. Рано еще смеяться. Смеяться надо, когда я под самый конец его задианоню, так сказать. Ой-ой-ой. Бля, я отпустил случайно. Так. Собрались. Сейчас как схвачу, как вытащу, блядь. Буду королем правиться. Понимаете? Я этот. Лорд Теобальд. Я вытащу этот меч. Надо прицелиться в пиксель. Чтобы быть центром вселенной. Это, похоже, все-таки это я делаю все-таки, наверное. Мышью. На! Пиксель.
Оп. Ой, было опасно. Было чрезвычайно опасно. Сука. Знаете, в чем проблема? У меня еще тут коврика нет, у меня стол. А сейчас еще и жарко, стол липнет к руке. Вернее, рука к столу. Поэтому, как бы, ну, не все просто так найти. Но настоящего героя не должны останавливать трудности, и он все равно должен вытащить этот меч. Потому что я верю в себя, я все еще достоин. Я, правда, не поднимал молот Тора, но все же. Так, край стола, ты не помешал. Я просто тут, так сказать, неровности на столе. Тихо. Держим. Такое ощущение, как будто я играю за... как там игра называлась? The Bennett Foddy, кажется. Ну, короче, мужика в котле. Когда он еще взбирался по скале наверх. В космос потом улетел. Очень-очень напоминает. Так, я надеюсь, я уже вытащил меч. И не надейся, да? Сука, опасно. Нужно быть хладнокровным. Этот меч требует хладнокровия. Итак, я все еще не вытащил его. Да сколько там, сука, меча-то, ёб твою мать, все еще тянется. Понятно, почему его никто вытащить не может. Во-первых, он в лесу. На это где? Я даже не знаю, что за мной. Может, за мной стоит тот, кто выстрелит мне в затылок после того, как я вытащу этот меч. Я не знаю предыстории этого меча. Ой, бля, тихо. Смешно. Ой, тише, тише. Тихо. Сука, куда выше, блядь, понимаешь? Я уже его выше своего роста вытаскиваю. Я съем черешню, подождите. Я должен напитаться сил. Это не помогает, это абсолютно бесполезно. Я беспомощен, я не сдамся. Я завладею тобой, сучара. Я же сказал, что завладею. Но я не могу. У меня не получается. И я должен это сделать. Я должен... Этот меч будет моим. Он будет повиноваться только одному лишь мне. Потому что только я этого захочу. Ты ведь будешь слушать меня, меч? Не, братанчик. Так просто ты уже не отделаешься. Я максимально сконцентрирован на точке. Я уже стер свою ладонь об стол.
А кто говорил, что будет просто? Никто не говорил, что будет просто. Делаю все через пот, слезы и боль. Ой-ой-ой-ой. Так. Ой-ой-ой-ой, дядя, не надо. Ха, все меньше становится перспектива. Сука, давай быстрее, а? Ну, в смысле... Я вытащил тебя, сучара! Хуя ты огромный. На трон. Что бы ты предпочел? Чтобы тебе вынесли трон или дом твой? При условии, что игра идет не на жизнь, а на смерть. Шо? Yeah. 15 минут потратил. Банки, видали? Банки. А, веб-камеры нету точно. Если что, я стер ладонь об стол. Встречайте своего нового героя. Царь во дворце, царь во дворце. Сделай то, сделай это. Как меня все любят. А король там, наверное, стоит в ахуе. Ёб твою мать, проебал царство нахуй. Из-за какого-то придурка, который любит тянуть вещи, блядь. Наверняка какой-нибудь деревенщины, который тянул, блядь, редьку с грядки, блядь, и вытянул нахуй меч. Случайно, ну так, знаешь, вдруг повезет, блядь. Чисто на шару, знаешь, пролетел. Лошок. Здравствуйте, ваше величество. Я надеюсь, вы не будете рубить мне письку. Спасибо. Вы благосклонны. Рубите ему голову нахуй. Это моё, кстати. Давай. Опа. Теперь я царь. А вы все лохи опущены. Ха-ха-ха-ха-ха. Все. Батька домой пришел. Что, сразу свадьба, че шо? Вы что, ёбнулись? А я, может, не хочу женщину, вы что? Нахер мне женщина? Эй. Святой отец, блядь. Что за хуйня? Я надеюсь, у тебя есть член. А иначе это не царство, а какая-то хуйня получится. Уже? А не рановато, блядь, я первый раз тебя вижу. А, ладно. Прыгай. Я ж пошутил, ёб... Ты как выжил, придурок. Ебать. И на выход с царства. Все. Погостили и хватит, блядь. В общем-то, да и хорошо не вперед ногами. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Не перебивай, пожалуйста. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Пишите комменты под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Не забывайте про новые ролики, благодаря колокольчику с подпиской. И, собственно, всем спасибо, всем пока-пока.